В этом видео я хочу вас познакомить с биткоин-кошельком блокчейн. Вот так выглядит главная страница. Переходим на кошелечек. Создать новый кошелек. Вводим ваш email, пароль и подтверждение пароля. Нажимаем продолжить. Создается ваш биткоин-кошелек. Я перейду сейчас в свой кошелек и покажу, как это выглядит. Вот это войти в кошелек. Я ввожу пароль. Вот он. Все это вы сохраняете. Вот это баланс. Это транзакции. Вот этот сам кошелек вы должны передавать в сервисы для пополнения денег. Значит, сумма вот $10. Вот столько-то на такой-то биткоин адрес. Это для пополнения и для вывода вам понадобится. Получить от кого-то. Вы указываете свой кошелек. И вам на этот кошелек переводят деньги. Можно поставить метки, то есть от кого и куда вы переводите, чтобы не забыть. Так, ну и выход нажимаем. Тут все понятно, все на русском языке. Кошельков можно завести сколько угодно, то есть для каждого сервиса можно завести отдельный кошелек, чтобы не путаться. Можно хоть 5, хоть 10 кошельков создать на одно имя. Теперь обменники. Обменники, я вам представлю два обменника, которые вход и регистрация нужна для тех, кто будет регулярно пользоваться. Можно пользоваться единовременно, но если вы не зарегистрируетесь, первый перевод, как правило, до 72 часов задержка, пока проверяются ваши данные. Если же вы зарегистрируетесь и введете свои данные, то последующие переводы будут буквально несколько секунд проводиться. Здесь вы выбираете, что вы отдаете, какую валюту. Вот, например, выберем WebMoney. Где она там? Та, которая у вас есть. Или с биткоин кошелька мы будем выводить обратно. То есть и туда, и обратно можно переводить денежки. Так, вот, вот выводим WebMoney, да, в рублях. 1000 рублей набираем, получается у нас вот столько биткоин. Вводим биткоин-кошелек, на который будет переводиться сумма. И нажимаем, набираем фамилию, имя, отчество, email. Капчу вводим, 8 плюс 4 получится 12. И пишем продолжить операцию. Все понятно, все очень просто. Единственное, еще раз напоминаю, что первая оплата задерживается где-то на порядка на 72 часа. Так, вот автоматический обмен, правила, личный кабинет, авторизация. Все здесь очень понятно и прозрачно. Ссылочки оставлю. Следующий обменник e-money. Здесь тоже все в картиночках. Какую валюту отдаем? Например, Яндекс деньги. Нам нужно пополнить биткоин кошелек. Яндекс деньгами вводим сумму, которую мы хотим, 800 рублей. Это получается 0,02 биткоина. Обменять. Вот здесь вводим свой Яндекс кошелек. И биткоин кошелек, то есть откуда куда переводится, свои персональные данные. Тоже все очень просто, удобно. Здесь тоже задержка 2 рабочих дня при первом выводе, при первом обмене. Когда вы оставите закладочку у себя на компьютере, в следующий раз, когда вы будете пользоваться, это все будет происходить буквально за считанные секунды перевод. Здесь можно посмотреть меню. Там есть еще много других функций интересных. Вот отдаем 697. Ну, тут все понятно. Так, вот можно на Яндекс деньги вывести с биткоин кошелька. Вот один биткоин. Переводим, если на Яндекс деньги, 24 625 рублей. Также вводим кошелек. Номер кошелька того и другого и обмениваем.
там можно посмотреть, какие еще есть функции. Всеми функциями я не пользуюсь. Есть партнерская программа по привлечению партнеров. Там набирается, как-то набираются баллы за привлеченных партнеров. Ну, тут, по-моему, нужно... А, это система PayPal. Здесь для участия в партнерской программе нужно обязательно быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, поэтому не будем ее рассматривать. Через нее оплатить, там достаточно с карты набрать. Карту сама запросит система PayPal, поэтому все понятно там. Ну и здесь вроде бы как все понятно. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. В следующем видео попробуем посмотреть итоги первых двух уроков. Что у нас получилось, какие у нас результаты. Поделюсь своими достижениями. Ну, всем пока, подписывайтесь на канал.